Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами. Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, глава государства указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях. Отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационной, идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики. Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр и подчеркнул важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.